Какая арендная плата была у вас на момент прекращения арендных отношений в целях проверки? На момент прекращения, это вот мы предоставляли в прошлый раз дополнительное соглашение номер 11. Это было последнее дополнительное соглашение перед прекращением. Скажите, последняя актуальная сумма ваша 107 952 рубля. Да, 592, ну да, да, вот это, да, это сумма, да. Это последняя актуальная сумма, которая оплачивалась на момент... вот, скажем так, до 1 августа 2011 года.